Всем привет! Новый выпуск «Еды человека». Решил с утра поесть бутербродов с маринованным огурцом. Вот. И поэтому решил сделать сразу обзорчик, потому что, ну, как-то я так не делал обзорчики на маринованные огурцы. Так, вот я достал банку. Конечно, сколько вообще видов огурцов, столько и мнений. Но я чисто на свой вкус буду делать обзор вот этих вот огурцов маринованных, отборных, хрустящих Бондюэль. Ну и сразу определим, как они вообще по вкусу. Так, что там? Итак, банка открылась. Достанем огурец и заценим. Я считаю, что огурец должен быть, ну, во-первых, нормального вкуса, а во-вторых, хрустящий. Вот. Рассол здесь прозрачный, что тоже радует, потому что если не прозрачный рассол, ну, я бы его и не купил, в принципе. Огурцы не слишком здоровые, я не люблю огромные огурцы. Огромные огурцы можно самим засолить. Вот. Можно и такие, конечно, засолить. Итак. Нормальные огурцы. Едал я, конечно, и повкуснее. Эти не особо хрустящие. Вот. Но по вкусу самое то. Такие острые, но не очень. Кисленькие чуть-чуть. И сладкие. В общем, ну, такое какое-то сочетание кисло-сладко-острого вкуса, которое я и люблю. Но не особо хрустящие. Вот. Поэтому так, наверное, из десятки можно дать 8 или там 7,5. Ладно, всем пока. Более-менее нормальные огурцы маринованные, Бондюэль. Всего хорошего.